Всем приветики. Пришла ко мне от Югрина еще одна посылочка в таком вот почтовом пакетике. Внутри лежало это и это. А стяжку, которую раньше они обычно ложили, вот такую, а сейчас они уже не ложат. У меня такое ощущение, что они смотрят мои видосики. И когда я говорил, что скоро у меня этих стяжек будет целая куча, которые мне не нужны, они этого, наверное, услышали, увидели и теперь больше не ложат. Типа, раз мне больше не надо. Такая вот рекламка пришла. И, собственно, сам пакетик с заказом. Я заказывал удлинитель. Сейчас надо его отрезать. Ну, все, пакетик я разрезал. Там внутри зип-пакет, хотя надо, наверное, разрезать и после зип-пакета. Все равно я их не использую. Вот такая вот упаковочка. Ну, как обычно, все у Югрина в таких упаковочках. Югрин 3,5 мм, кабель 2 метра черный. Так. Thank you for choosing Югрин. Ну, тут как обычно. И вот он сам кабель. Замотан двумя проволочками. Я хотел сказать проводочками, но это не проводочки. Это проволочки. И проволочку мы разматываем. И вот он сам кабель. Ну, он длинный, да, 2 метра, я думаю, есть. Такие вот надписи Югрин. На этой стороне и Югрин на этой стороне. С этой стороны вход. А с этой стороны выход. Позолоченная, ну, вроде бы качественная толщина, ну, даже не знаю, но в целом, по идее, нормально должно быть. Так, сейчас, а теперь можно попробовать подключить. Смысл этого кабеля как бы был в том, чтобы не туда лазить за тем, чтобы достать наушники и подключить их или микрофон, а в том, чтобы туда вставить удлинитель, вывести его на стол и на столе спокойненько к нему подключать, отключать наушники или микрофон. Но еще и не в этом штука. Я заказал недавно индикатор. То есть, когда будет играть звук, у меня будут лампочки прыгать, чтобы он стоял на столе, потому что он подключается в этот разъем. И поэтому я сейчас подключу туда удлинитель, выведу его сюда, и к нему все будет подключаться. В итоге мы отключаем наушники. А в разъем для наушников вставляем вот этот вот удлинитель. Хотя можно его вставить и вместо микрофона, и тогда он будет удлинять микрофон. Ну, в итоге туда я теперь подключил провод сзади, и он идет за монитором и выходит вот сюда. Правда, не очень то, что вот он так вот закручивается в такие круги. Вот он так лежал закрученный, и он в такие круги стремится закрутиться, это не очень. Но я его потом еще как-то по-другому положу. Но теперь мне, чтобы подключить наушники, не нужно лезть туда за корпус. Я просто вот прямо вот на столе могу сюда одни наушники подключать, другие отключать. И в данный момент вот они наушники, которые были туда подключены. Если их сюда подключить, то в принципе они должны сразу загореться. Должно появиться окошко. Или оно на удлинитель, наверное. Да, оно на удлинитель среагировало, спросило, что это. Оно на наушники уже не реагирует. Оно сразу на разъем реагирует. Ну да, на удлинитель оно сразу отметило, что это наушники. Ну, теперь удобно. То есть мне не нужно лазить. Я сразу здесь щелк, отключил, щелк, подключил. Но я заказывал удлинитель, потому... Во-первых, это удобно. Если просто заказывать удлинитель для себя, это удобно, что не нужно лазить за системник. А тем более, если системник, кстати, не на столе, как у меня, а где-то там под столом. Тебе не нужно лезть куда-то там под стол, у тебя прямо вот все на столе лежит, ты просто в удлинитель подключился, и все. А у меня сюда будет вставляться в этот переходник разветвитель, то есть сюда один штекер, а на выходе можно вставить два штекера. Один штекер будет вставляться в наушники, а второй индикатор. И у меня будет стоять индикатор, который такая вот коробочка пряменькая, прямоугольненькая, на которой будет уровень звука показываться. Когда включаешь какой-то звук, будет как бы показываться левый и правый канал прыгать.
И, по идее, можно ее как подключить к наушникам, так и к микрофону. Удлинитель просто перебрасываешь с микрофона, с наушники на микрофон, а дальше также два штекера вставляешь в переходник и переходник подключаешь. Поэтому такая вот покупочка. Ну, а на этом все. Всем покедова.